Так, разоблачение каши. Ёб в рот, блядь. Артём Граф, ну ты ебан... Ладно, давай, что ты там? Это фильм, он снимает фильм. Я проснулся от того, что кто-то нагло постучал в мою дверь. Это был? Пройдя по коридору, я никого не заметил. Я примерно так же, как я, по-моему, варпач от детей прятался. Помните ролик? К счастью, в апартаментах были камеры. Я решил посмотреть, кто же подходил к моей двери. А затем я запросил доступ с камер на определенную дату и время. И а просто что за прикольно обомлел от того, что увидел. Время 3 часа ночи. И прямо сейчас мне в личное сообщение в Телеграме написал Каша с вопросом, почему не открыл мне дверь. Потому что мне неинтересно... Бля, подожди, Каша реально угрожает Артёму Графу? Охренеть, охренеть! С тобой общаться. И откуда ты узнал мой адрес? Я просто не понимаю, что ему нужно в 3 часа... Блядь, ну я понимаю, что Артём Граф не самый, ну, возможно, положительный человек в интернете, ну зачем его преследовать? А, Каш, зачем? Зачем ты это делаешь? Со ночи. Я могу к тебе приехать? Сколько там стоит деньги к тебе приехать? Приехать и отсосать тебе? Я не понимаю, ты рофлишь? Иди спать. Я по девочкам. Ну я же сейчас расплачусь, реально. Можно, конечно, ради перформанса. Ну как будто рофлит, судя по голосу. Есть ощущение, что он как будто троллит. Нет ощущения, что он троллит по голосу? Позвать его ко мне и отснять. Если мне кажется, это постанова почему-то. Ну слушай, я тоже так думал, но там же голос Каши. У нас же нет никаких нейронов, которые могут его изменить. Поэтому 100% не постанова, мужик. Нормально, нормально, в это верить можно. На видео скрытно. Ты не боишься, что я тебя солью? Ну, на видео могу. То есть, ну мне не стыдно. Я как бы нормально... А что если мы будем вдвоем с Мелстроем? Я приеду к нему и в рот возьму. Я не шучу. Так, подожди, Каша, что, гей? После данной информации мне было сложно жить, потому что я понимал, что у меня есть колоссальный компромат на Кашу. Ну ты же не будешь это слить? Ты слил только что, кстати. Но я не хотел рушить... Да ты только что слил! ...карьеру. Если вести на ютубе теги Каши и Артём Граф, то вы просто охренеете от количества реакций Каши на мои видео. Он делает реакцию на каждый мой видеоролик. И это собирает огромные просмотры. Кстати, по ощущениям даже больше, чем у Артёма. Я давно чувствовал то, что он неровно ко мне дышит. И ведь этому раньше даже были предпосылки. Это было, это правда. Это правда, это было. Вы не поверите, но он присылал мне фотографии интимного характера. Голый но Каша. Жить я с этим больше не могу, потому что Каша пишет мне каждый день, зовет... Ну сливать тоже не самый хороший вариант, Артём. Ну сливать-то зачем? Ну человек тебя любит. Ну вы можете это как-то между собой решить? Ну зачем это сливать в интернет? Тут ты не прав. Это же такая интимная вещь, согласны, ребята? Это просто некрасиво. Меня на свидание с ним и присылают фотографии такого характера. Честно, после этого я лечился даже в психологическом диспансере, потому что то, что я увидел, сломало меня полностью. Пусть все узнают правду. Сейчас это будет, знаете, что? Вот этот, что? Следующей ночью ничего не поменялось. Мне снова кто-то постучал в дверь, и я увидел перед собой нечто странное. Марс? А почему он съеден наполовину? Блять, это дрочёный Марс. И я сразу понял, что это послание. А, нет, это не дрочёный. Я думал, типа, знаете, это как с носками, короче, есть носки для дрочки. Я причем не знаю, кто вообще их придумал, потому что у нас в России такое ощущение, как будто носки для дрочки никто не использует. В Америке в каждой, сука, комедийном фильме приходит студенту в комнату и говорит, а это что за носок? Он такой, не трогай, блядь. Кто вообще, сука, использует ебаные, блядь, носки для дрочки? Ну, хоть кто-то использует из вас носки для дрочки, скажите. Вы реально, не, подожди, я без шуток спрашиваю, вы реально используете носки для дрочки? То есть вы реально дрочите в носок? Вы заливаете туда смазку и дрочите носок, правильно я понимаю? Ебануться. А нахуя? Конфетки любишь? Планеты знаешь? Это просчитаешь. Его зовут Маяс. Блять! Я сразу же полез в Google переводчик, чтобы понять, на что намекает Каша. И то, что я увидел,
не поддается никакому объяснению. Шин лагает. Майас. Майас. Ёбаный извращенец! Моя задница. Извращенец! После этого у меня не было сил. Блокируй, блокируй! И мне ничего не оставалось, он реально, кроме добавить аккаунт карты. Он реально переборщил, блокируй. В черный список. Третья ночь. Блокируй его в черный список. Снова стукаю в дверь, я выхожу, и никого нет. У двери я замечаю флешку, которую мне подкинули с целью, чтобы я посмотрел содержимое, что находится на ней. К сожалению, по правилам Ютуба я не могу показать тебе это видео, потому что там контент эротического характера. Чего? Но его можно посмотреть в моем Телеграме, ссылка будет в описании, переходите. И также не забывайте то, что 10 тысяч лайков и новое видео. Сейчас видео выходит каждый день. И в конце... Не, ну от каши, ребята, я такого не ожидал. От каши я такого не ожидал, ребята. Потеряла про него. Допустим... От каши я такого не ожидал. Я думал, он добрый мальчик, знаете, оказывается, он извращенец и постоянно следует за Артемом Графом, чтобы его выебать. Я не ожидал. Как же прикольно быть идиотом, на чужих ошибках я не учусь. Валяюсь в постели по похмельным субботам, хоть все болит, но не пойду к врачу.